Руководство сервиса микроблогов Twitter ликвидировало аккаунт талисмана чемпионата мира по футболу в 2018 году. В сети футбольный волк продержался меньше недели, но и за этот короткий срок успел собрать массу подписчиков из числа спортивных каналов и фанатов российского футбола. Ведущий микроблога вступал в шутливые перепалки со своими фолловерами, делился веселыми новостями из жизни волка. Но вскоре выяснилось, что этот волк не настоящий. Соответственно, руководство сервиса быстро отреагировало и ликвидировало аккаунт талисмана.